Всем привет, на моем 198 стриме. Мы продолжаем проходить игру Tohu 14.3 Impossible Spell Card. И вот уже восьмой, по-моему, да, сейчас день будем проходить. И уже четвертый стрим по ней. Она мне все еще не надоела. И надеюсь, все-таки дойду я до того самого загадочного 10.4. Про который все говорят, что он импосибл просто. Так. Восьмой день. Ну все, с меня хватит. Больше некуда убегать или прятаться. Они все станут моими врагами. Сцена 1. Сделай всех своими врагами. Так, и у нас тут... Давайте вот так лучше. Поехали. О, это же Суваку. Да, вроде? Эй, Сейдзя. Не пора ли тебе вернуть остальную магию волшебного молотка? А? Что ты такое говоришь? Революция еще только начинается. Нет, ты не права. Революции не будет. Мы проиграли эту битву. Какие жалкие слова. Волноваться не о чем. С этой ухищренной магией мы можем поставить на колени всех юкаев в Гюнцекё. Нет, хватит уже, хватит. Давай сдадимся вместе. Юкаи и Гюнцекё нам не враги. Я уважаю твое мнение, но... И не подумаю. Я не собираюсь никому сдаваться. Что ж, я ожидал такого ответа. В таком случае я отберу эту магию силой. И кстати, на случай, если ты все-таки пойдешь против меня, я предупредила всех-всех, чтобы за тебя взялись всерьез. Готова ли ты пожертвовать своей жизнью? Кто бы за мной не охотился, я никому не отдам эту замечательную силу. Имя мне Сейдзя, и род мой Аманадзяку. Так, а где твоя Impossible Spell Card? Ну ок. Ну короче, это вообще без предметов очень легко можно пройти. Привет, мистер Напомнение. Да, я помню. Ай, привет, Индивис. Да это не лунатик, тут нет выбора сложности. И да, я помню, что это финальный босс из 14 части, но звать-то ее как? Нет, Суваку это файтинги было, а это по-другому, по-моему, звать. Сцена 2. Идеальная ловушка. Ау, Рейму? Ну тут фотик, походу. Ой-ой-ой-ой, что-то стрёмное. А как это без предметов проходить? Симямару Сукуна, её зовут там, понятно. Стоп, что-то я не понял, как без предметов вот это проходить? Без предметов. Допустим. И что? Да. Ну, короче, фотик беру.
Блин. Да, тут и без лунатика лунатик. Нет, я как-то неправильно это сделал. Да блин. Жесть. А как с предметами? Что-то я не помог. По-моему, тут лучше что-то другое. Может, тряпку? Ну а почему чат должен быть не слева? Логично же, что рядом с чатом, тем, который ты сейчас видишь у себя на странице с браузера, ну, должна быть игра. А чат, который на видео, он должен быть слева. Ну, потому что зачем два чата рядом? Да я хэза, как это проходить? Бомба? Хм. Что, я не понял, что произошло? Так справа у тебя чат же и так есть. Или ты в полный экран? Нет, ну как? Скорее всего, не в полный экран смотришь, что ты пишешь. Тут нету контов или жизни, здесь надо все карты проходить с одной жизнью. Но зато бесконечное количество попыток дается. Ну блин, что-то охренительно. В принципе, вроде сейчас хорошо иду. Блин, ну хорошо уже, блин, было. Moose of Wind, что-то такое. Не знаю, что это такое.
Блин, да это жесть какая-то. Ну, что-то я вообще сейчас плохо. Вот сейчас плохо, вообще не попадаю. Понятно. Не знаю, но все настройки точно такие же, как и были. Вот ведь, а? Незадача. Да, в принципе, все тох хороши по музыке. Привет, Кадеум. Ну все. Да лол, что? Ну, по-моему, все. Нет, я не проигнорировал, я его прочитал. Но это не значит, что я сейчас побегу сразу это выполнять. Я прочитал твой комментарий. А, у меня бомб-то нет больше. Значит, все. Привет, Владислава. Надо лучше, значит, попадать. Нет, это... Да лол, какое руководство? Почему куклу-то? Меня хоть это спасает один раз. А-а-а. Ну, вообще да.
Жалко только, что она ширину бомбы не увеличивает. Зато у меня теперь жизни нету. Может, все-таки фото? Только надо придется, ну, размикривать изначально. А потом использовать фото. Ну блин, меня там зажало что-то. Наверное, все-таки бомба, да. Попадаю пока. Ну все. Удаляю, удаляюсь. Ну я подумал, если бы сверху идти, то, наверное, было бы нормально. Привет, Найтрики. Дропольщик РГГ. Да лол. Ну подожди, дай мне, хочу так попробовать. Ну лол, потом прокачаю, если не будет получаться. Я верю, что если прокачаю, то будет легче, да. Я просто хочу попробовать так. Ну хочется мне. Потому что мне кажется, что возможно. Блин. Кибер? Такая кибер давно дропнул уже. Ну и что? Ну сейчас, если надоест, пойду качать. Да чуть-чуть раньше надо включать, чуть-чуть раньше надо включать. Да. Я хочу просто, чтобы не один раз получилось вовремя включать. Лол, что я сейчас сделал? Вовремя включить хочу бомбу. Я еще ни разу вовремя не включил. Вот когда мне это не получится сделать, и мне все равно не хватит, вот тогда я попробую твои советы использовать. Опять не вовремя. Ну, блин, из-за этого я не успеваю. Нет, это я опять не успел. Зато сейчас хорошая позиция.
Но мне не хватит, да? Бомб-то нету больше. Блин. Но я не вовремя вторую использовал. Просто я все время думаю о микриже, когда вот это выхожу, и забываю про бомбу. Всегда забываю. Надо сейчас вот вспомнить. Бомба, бомба, бомба. Вот. Да почему все равно не достало, лол. Ну хотя, может, хватит, фиг его знает. Фу ты, блин. Самонаведение? Нет, что значит самонаведение? Ну, то есть, как бы, лол. Его ж тут нет не потому, что это какая-то, типа, его не смогли придумать, а потому что, ну, это было бы слишком имба. Ой, нафига я по центру начал? Заговорился. Ну и все, опять проложил бомбу. Но это же не Реймо, а тут именно фишка, что это у Реймо есть. Не просто потому, что ранее Тоха, а потому что Реймо, у Реймо есть. И в поздних Тохах у нее тоже есть. Опять, да, не успел? Стоп, что-то я не понял. Ну да ладно. Короче, бомба активируется в том месте, где я зажал, да, а не где я, как после таймера. Вот почему я все время один и тот же результат. Лол. Да, только сейчас заметил. Я типа думаю, может, мне хватит. Блин. Если бы мигало подольше, то я бы сейчас хоп-хоп, и, ну, вы поняли. Блин. Ну, короче, немножко неправильно я сделал.
блин. Да что ж ты делаешь-то? Я просто хочу попробовать какие-нибудь, ну, еще свои тактики попридумывать. В этом же тоже есть интерес. Может быть, не самые клевые, но, блин, интересно, сработает ли это то или иное. Да лол. Есть! Ну я же говорю! Сцена 3. Одними предметами не отделаешься. Что за срань? Экстра босс 13 части. Что-то мне не нравится. Так, давайте попробуем подольше помекрить на этот раз. На меня, что ли, наводится? Нет. А, все-таки усиленная, да? Чё-то я пока не пойму алгоритм. Она то в центр, то в бок, что ли, или чё? Она бесконечно так будет, да, делать? Блин, а? Давайте тогда так сделаем. Да что ж ты, ну лол. Почти. Такая самая прикольная часть у Дельфинека, ну... Ну, вторая, наверное. На Сеге Genesis, которая...
Если Хототогису не поет, жди, доколе заплачет. Окей. А чё молоток-то даст? А, ну да. Я и забыл. Echo the Dolphin 2. The Tides of Time. Что-то не жалеет. Блин, ну не жалеет она. Да, блин. Да что ж, ну об эту птичку-то не надо было задевать. Да и об эту шарик не надо было задевать. А почему мы заодно с этой вот хвостатой? Ну, я ж так понимаю, мы сейчас деремся с теми, кто нам раньше союзником был. Ну, по сюжету. И, ну ладно, Рейму там можно... Хотя не, с Рейму союзником очень сложно быть. У Рейма, по-моему, только Мариса союзник, и то с определенного момента. Лол. Да что за блин? Вот и сюжет. А, позвана подмога. Ну вот это вот зря было. Блин, а все-таки еще раз хочу попробовать вот это, только я вначале буду микрить до первой потери. И потом включаю фонарь. Ну блин. Ну блин. Он очень короткий. Да зачем? Мне без предметов не надо. Я на такое не подписывался. Да я не успеваю дурацкий фонарь включить, что за фигня? Я жму несколько раз, жал кнопку дурацкую. Ну конец, но мне не хватит по-любому.
Не, ну примерно то же самое. Хотя можно, я думаю, еще раз попробовать. Надо только подольше микрить перед фонарем. Не, мало, да? И сейчас я где-то потратил 30% и включил. Этого явно не хватит. Да, надо где-то, ну, половину, считайте, надо потратить почти. Ну, процентов 40 хотя бы. Ачивки в Тохо. Да. Как же я жил без ачивок-то в Тохо? Ну вот уже неплохо. Да я же жал, блин! Ну что за управление? Как может быть, я жал 10 раз кнопку, она не нажалась. Блин, ну такой бред, я так хорошо сейчас заспамил ее. Это уже не то, это уже хуже. То было прям больше. Хотя, конечно, все равно вроде много. Но этого понятно, что не хватит. Я имею в виду, не хватит, что для полного заспама. Не, ну я верю, что они есть, но просто... Нет, можно даже не пытаться. Ну все, это надо бить, надо побеждать. Да. Сцена 4. Маленькая Данмаку. Невозможненькая, как обычно, да? Ой-ой-ой-ой. А так страшно начиналось. Ой-ой-ой, фейл, фейл. 60 ачивок, и еще секретное. Что-то там какое-то хреновое микро было. Так, давайте тогда на жизни наряжем. Тут, конечно, уменьшение хитбокса бы. Но кто-то там сказал, что багулечки есть. Типа оно не пашет ни хрена. Много у него там здоровья? Я не вижу. Вроде мало. Ну что-то изи какой-то вообще. Пройти все игры без предметов?
Ну там не написано, что только для лазеров. Сцена 5. Обычные выстрелы тоже страшные. Опять Рейму с своими картами дурацкими. Ой, лоль, 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 лоль. Что вообще происходит? Что? Ну, короче, по-моему, фонарик в путь и нормально. Или бомба. Или кукла. Ну, слишком мало я, по-моему, трачу, да? Ну да, мне просто не хватит кукол. Так, но надо попробовать просто чуть по-другому сделать и плюс поставить все-таки жизнь, наверное. Не, хотя не, правильно поставил я. Привет, Defender. Что такое Муса Фуин? Скажи уже, Индивис. Прогресс Ви, но я практически все тактики понял на боссе, но не убил. Но я думаю, что на следующем стриме я быстро убью босса. Ну более или менее. То я оставлял уже этим сестрам одной, по-моему, там 3 хп, а второй 4,5 одновременно. Все равно, да, не хватает. Ну, печалька. Ну да, тут, конечно, можно микрить, но очень сложно. А, Мусафуин, да? Так, давайте попробуем другую тактику. Фонарь. И жизня. Не, что-то мало пока потратил, нет смысла включать фонарь. Ну, попробую, короче, после фонаря еще помикрить, но, блин. Мое микро весьма специфично. Блин, блин.
Да лол, ну... Надо все-таки сверху вниз идти, а не снизу вверх. Нелогично же снизу вверх идти. Ну, когда именно перехожу в другую сторону. Мусафуин. Вот что-то она мусафуинит жестко тут. Да лол. Не, ну я помню, такие атаки у нее были в файтингах и еще где-то. В этих, в третьей, по-моему, части, ну, когда против нее сражаешься. Ну, короче, когда против нее сражаешься, у нее есть это. Когда ей сражаешься, то ни хрена. Ну, точнее, нет, в файтинге есть, а в обычной нет. А, хотя нет, опять же, в какой-то части, по-моему, бомба вот так же выглядит. Иглы. Это не иглы, это шарики. Ты чё, вообще не видишь, что ли? Ну, кружочки. Как хочешь называй. Но только не иглы. Иглы не могут быть круглыми, игла острая. Нася размикрил лол. Мне кажется, у меня время закончится, если я так буду помалу наносить. Есть. Не так уж и сложно было, честно говоря. А, так называется игла убеждения. Привет, Ксенрир. Сцена 6. А, это хорошо по сравнению с другими. Опять хвостатая. Что за... Что за... Чё, как? Да вот. Прохожу потихоньку. Так, давайте жизни возьмем. Хочу помикрить. Игла убеждения. Если не помнишь, так один из типов атаки Рэма в обычных играх назывался. Она там иглами стреляла. Но я большинство частей проходил на японском или английском. Так что я не знаю никаких игл убеждений. Только шестую, по-моему, и там десятую, что ли, на русском проходил. Не помню, как, короче. Всего пару частей. Да лол. Довольно сурово. Так, а можно куклу использовать?
Да, кукла тут эффективнее фонарика, наверное, будет. Ну, вроде должен пройти. Есть. Отлично. В английском переводе эта карта называется Humans are nice. А тут как перевели? А это хорошо по сравнению с другими, да, ну и перевод. А Монодзяку это не совсем они. Опять со своим микро. Ой, это не очень круто. Ой, это не очень круто. Ну давайте помикрим. Ну как это микрить, лол? Да что за чушь? Я не понимаю, как вот этот поток микрить. Да. Да я уже знаю, ты несколько раз говорил, что я буду страдать, в итоге я не страдал, так что я пока что доверюсь себе. А если что, если просто стоять? Ну так, мне интересно. А, оно наводится? А, оно наводится, да? Наводится. Блин. Черт, засмотрелся на чат. Почему ножи летят, но босс не сакуя? Ну потому что она владеет всеми атаками. Вот эта вот девица. А-а-а. Опять я засмотрелся на таймер. Да, Зун же всегда упорот, ты чё, лол, как будто первый раз знаешь его. Он же упорот на всю голову. Да что ж ты, блин, лол. Может одну жизнь поставить вместо третьей куклы? Не размикрил. Блин, вот я не могу таймер, сколько там секунд? Две, одна, о. По-моему, мне хватит двух кукол. По-моему, мне хватит двух кукол.
Глаза напрягаются сильно довольно. Нет, сейчас нельзя. Надо хотя бы одну куклу пережить без смертей. Да ну блин, лол. Четыре, три, две, одна. Говоришь, буду страдать, да? Ну что-то я не заметил страданий. Привет, Инферно. А, ты на Годгейме смотришь? Там низкий битрейт. Я из Тоха играл только в те, что зум не делал. 12.3, который файтинг. А. А Тохование, я вообще не знаю, что такое. Че, восьмой день пройден? Девятый день. Прочь дороги. Идет великая, ну, в перспективе, Аманадзяку. Сцена 1. Эй, рейзинг. О, это финальный босс из пятой, по-моему, части, что ли, я не помню точно. Что за... Лоу, я хз как-то микрит. Пока посмотрим просто на атаки. Но я не знаю, как это микрит. Кумай Джою Денсетсу. Правда не слышал никогда? Нет. Никогда не слышал. Давайте так определимся. Я не фанат данмаку шутеров и вот таких такого жанра скролл-шутеров. Где вот так летишь и стреляешь. Я не фанат. То, что я прошел все тохи там на плохую концовку, там, да, на нормале, там, а 10, 11, 12 вообще на изи. То как бы это не говорит о том, что я фанат и хочу пройти все игры такого жанра, да? А, и десятый, ну. Без понятия. Платформер, ну ты просто, ну я не понял тебя. А я к Астерванию не играл ни одно пека. И как это микрить? И как это микрить? Да лол, там же невозможно микрить. Что-то я не понимаю прикола. Я просто надеюсь, что мне тупо жизни хватит, но по-моему нет. Нет, жизни не хватает. Мне нужно хотя бы одну волну пережить. Играл чисто, чтобы посмотреть, но дизайн персом там мне понравился. А, кажется, я у кого-то видел на стриме что-то подобное. Блин. Ну да, можно будет поиграть, в принципе. Я думаю, что мне, да, должна понравиться. Надо одну атаку пережить каким-то образом. Блин. Ну как? Просто как? Да, лол, ну блин, объясните кто-нибудь как? А может зонтик?
Ну а как без этого, без экипировки, я вообще не понимаю. Предпокер, ну да. Не везде, нет, некоторые вообще очень простые. Под боссом на пофиг. Что-то не особо. Хотя... Ну, мистер Набомнение проспойлерил страту пека. Привет, Фастпапе. Сцена 2. Итогава славится своим нефритом. Это кто? Я вообще такую не помню. Ну что началось? Ну что такое началось? Нормально же сидели. Блин, а ведь почти. Да, прокачка это... Нет, ну Инферно, это же спин-офф, не забывай. Да, разрабы. А, это Сувако? А что-то она по-другому здесь выглядит. Ну, как-то рисовка другая, честно говоря. Не как обычно. Обычно она не так рисуется, и шляпка другая. Не, это Хэза как Миклик. Ну, может даже тупо под боссом стоять все время. Давайте тупо под боссом. Ну, естественно, чуть-чуть микрить. Совсем уж такие очевидные вещи. Вроде хватает, вообще легко, да? Тьфу, еще две жизни осталось. Да я знаю! Да я знаю, мистер Напомнение. Нет, ни с кем не путаю. Просто тут рисовка странная почему-то. Ну, говорю, значит просто странная здесь рисовка, либо слишком мелкая. Как бы я немножко не узнал. Сейчас, минутку.
Так, продолжаем. Что вы там пишете? А, оригинальная из 10-й части. Ну, хорошо, ну ладно. Ну, я не узнал и не узнал. Купить? А где купить? Она же продается на дисках оптических в Японии. Насколько я знаю. А, да там, там жесть. Они должны в нормальных магазинах, типа Стима, продавать. Что если хотят нормально денег заработать, и чтобы не пиратили ее. Потому что, ну, я уже это высказывал на стримах, что если бы Стоха продавалась бы в Стиме, я бы, наверное, все части бы купил. Серьезно. А если бы там еще и ачивки были стимовские, я бы, наверное, даже ачивки бы пытался открыть. Вот там, может, ну, это, ну, не знаю, это как-то вот стимулирует сильно. Вот. А искать это там на японском сайте, заказывать какой-то диск, это что вообще? У меня дисковод уже не подключен к компьютеру пару лет. Что, я должен диск еще как-то читать? Ну что за чушь? В 2015 году на диске игра выходит. Только на диске. Я понимаю, что все современные игры, они даже если в Steam выходят, то на диске они все равно продаются. Но это так, для тех, кому надо, так сказать. А тут вот, это очень тупо, конечно. Сцена 3. Порой... Не понял, что за слово. А, лодочник. Лодочник и сам может на гору подняться. Ну, давайте попробуем. Вряд ли Бастье. Ой. Что-то опасное. Так. Подозреваю, короче, что надо куклу ставить. Да? Угу. Она тогда высоту не меняет. Но начинать надо сверху. Так. Что там? Есть мнение, Zoom зарабатывает на продукт плейсмент. Я игры делаю, потому что любит их делать. Продукт плейсмент, в смысле, на всяких там артах и так и тому подобное, да? Нет, ну да, я же говорю, верно, ну, кому приятно там и хочет именно коробочку с диском, ну хорошо, ну пусть заказывает, да, пожалуйста. Но ограничивать только этим, это все-таки неправильно. Пятый босс в 13-й части. Но только там он не был такой жестким. Да, уже 9-й день. 10-4 скоро относительно. У них еще и сайт лежит, ну, бывает. Сколько там секунд осталось, я не вижу. Что-то мало сношу, мало. Есть! Да ладно, я не ожидал. Я не ожидал. Я вообще не ожидал. Я думал, сейчас все. ГГВП. Сцена 4. Маленькие, совсем как настоящие. Фигурки, футболки, подушки. Ну, понятно, понятно. Да. Мангу еще.
Ну все равно, как-то на игры надо больше. Если что-то выходит только в цифровом виде, я качаю пиратку. Ну, Инферно, я думаю, что все-таки ты в меньшинстве. И особенно если брать по миру. Все-таки купить игру в Стиме там очень приятно. И получить плюшки дополнительные и так далее. К тому же, ну, я реально как бы готов поддержать разработчика в этом плане. То есть, ну, есть за что платить. А, то есть можно вторую, да? Давай название скопирую куда-нибудь. В чате КДМ, конечно, нельзя копировать правой кнопкой, но копипаст через Ctrl-C работает. А, это не чатик КДМ, я что-то перепутал. Я же сейчас чатиком стримчатом. Все, ну ладно, неважно. У тебя сегодня Twitch такой послушный. Не знаю. Это кто? Что она делает? То, что она делает, мне не очень нравится. А, их можно уничтожать. Опять какая-то кукловодка очередная. Ну, походу, это из разряда стой и унижай. Или нет? Нет. Значит, куклы спасут меня, походу. Опять. Потно. Да лол. Ну, Инферно, ну, видишь, ну, как бы, я же говорю, ты, ну, я, не знаю, например, мне не такое отношение. Если я их убиваю, то вот оно что. Ну, что-то незаметно, чтобы это сильно помогало. Вообще. Ну и что, половину я снял. А насчет куклы в пассивке вообще как-то не очевидно, потому что у меня же меньше их теперь будет кукол-то.
Ну, хотя вроде действительно лучше. Есть. Спасибо. Сцена 5. Боги страшны в гневе. Опять ты, не мимикрия. Это я помню атаку. Ой-ой-ой, что за это? Это же за 11-я атака. Ну, по-моему, это вообще изи со столькими жизнями. Большие перерывы между смертями. Ну все. Ну, бесполезно. Ну, Инферно, тут просто смысл части немножко другой. Здесь все старые атаки, в основном, насколько я понимаю, только они превращены в Impossible. Не хиппи, вон да, тут нету, то есть... Вроде кто-то... А, нет, это по Wings of Fee сегодня кто-то искал. А Потоха, наверное, есть, я не знаю. Сцена 6. Драгоценная амфибия. А, ну вот опять Сувако. Ой. Это было не круто. Оно на меня наводится? Нет, оно не на меня наводится. А по какому принципу оно? Ну, короче, по-моему, легко. Сложность не завезли, но вроде да. Ну, блин, ну я, для меня это все равно сложно будет. Ну, видишь? Вау. Ну хотя большое количество жизни походу спасет, да? Ну да. Сцена 7. Двойной дракон. А это кто? Я уже не помню. Ну что такое происходит? Я еще живу. Я еще живу. Ну в смысле как живу? Ну. Со смертями, но живу. Да лол. По-моему, тут тоже стой, короче, перед боссом и все, да? Выжил, вау. Не хватит, блин. Вот если бы последней смерти не было бы, то хватило бы. Алло, блин. Ну почти же. Дабл драгон. И чё? Я должен испугаться?
Да если бы последней смерти дурацкой не было, прошел бы же вообще бы. По изичу. Ну, короче, можно, если помеклит, то точно пройду. Но я совсем не микрю, совсем не микрю. Даже не пытаюсь что-то. Сборщик. Что-то даже не могу это представить. Давал. Ну блин, вот это вот сейчас опять зря была смерть, просто зря. Отсылку? Нет. Ну блин, вот опять лишняя смерть, просто лишняя. Ну давай, умри уже, нет? А, нет. Блин. Опять зря смерть. Ну что же вот это такое? Ну лол. А. А, ну без предметов он 40 минут сидел, но не с предметами же. Ты так не пугай, а то, блин. Если с предметами 40 минут, то значит я вообще буду месяц сидеть. Да неужели опять не пройду? Да лол. Да вот ведь, а. Ну вот ведь она... Ох, ты что тогда опять была лишняя. Ну, это ладно, сойдет. Сойдет. Ну, это вот опять какая-то левая просто. Опять левая. Есть. Слишком глупые, почему? Типа только-только фаги поймут? Или что? Ну, разрешение максимальное для игры 1024 на 960, по-моему. Или 1024 на 768. Не помню. По-моему, первое. Вот, и, ну... В этом разрешении экрана монитор 21,5 дюймов. А, ну нормальная шутка.
Ну хотя, почему шутка? Если бы это было шуткой. Сцена 8. Отчаянное собирание слухов. Опять ты, да ну нет. Опять этих надо убивать, да? Ну я понял. А, стреляют они рандомно, типа. То есть тут кукла не особо, да, помогает, походу. Бомба? Ой. Ой, что-то я не ожидал. Да блин, не успел. Мне не нужно без предметов, даже если это легко. С предметами еще легче. Правильно же? Ну все. Мне не нужно без предметов. Даже если, говорю, все прошел и классно. Я, да, я вижу, что, наверное, можно и без бомбы там было бы, но... Мне не надо. Спасибо. Итак, 10-й день. Если я побью тех ребят, мне будет нечего бояться, я стану новым правителем. Ну все, вы этого ждали. Ну правда, сейчас первые три сцены, я так понимаю, я пройду, да, а потом дропчик. Ну пойдем посмотрим. Сцена 1. Появление четырехглазого чудища. Ты кто? Первый раз вижу. А, босс какой-то там 12-15 части. Ну, короче, я помню. Крутилась там на карусельке своей какой-то там дурацкой. Вроде, если это она. Еще раз. Не, ну тактику, короче, можете уже полить. Так, а что здесь может помочь? Даже не знаю. Мне кажется, это здесь и есть лучший вариант. Просто надо чуть-чуть помикрить. Помикрить же, говорю. Хотя бы от желтых, что ли, уворачиваться. Ну вот уже хоть сколько-то промикрил.
Ну, немножко не хватило. Ну да, походу второе. Да вот желтые, надо, чтобы желтые не попадали, и тогда, короче, нормально должно хватать. По-моему, должно уже хватить. У меня такое ощущение. Вот это зря было, вот это было зря. А-а-а, сейчас бы точно хватило, если бы я в желтый размикрил. Там уже осталась одна секунда. Ну, инферно, говорят же, что в любую, то есть карту можно, сцену пройти можно без дополнительных предметов. Любую. Хотя все они называются Impossible. Но это так часто бывает в играх, что говорят Impossible, на самом деле тебе надо их пройти. Не, сейчас хреновая попытка. Не могу там понять, как первый самый микрить, его надо запомнить где-то. О. Блин, а? Ну, вроде хорошо получается. Есть. Первая сцена в 10 уровне пройдена, в 10 дне. До 93 стрима больше прошел, теперь я верю в чудеса. Десять-два. Собираешься стать богом? Ну, по мнению, говорю, что я тут застрянул, скорее всего. Ой-ой-ой, что это? Какой там Грейс-то идет, а? Блин, а? Что-то она крепкая, у нее, короче, здоровья вроде очень много, да? Да ну как тут пережить-то без потери-то? Я хэза. Да, одну надо пережить достаточно и все. Да, одну походу, да?
Дочитался чат. Ну я, блин, вообще в шоке, как это пережить. Без понятия. Да это, блин, impossible. Ни хрена себе. Надо тащить. Лол. Блин, ну... так обидно. Блин, а ведь что-то почти еще раз получилось. Лол. Говоришь, как минимум один раз, да я тут три раза ее пережил. Четыре раза! Четыре раза! Я что-то офигел. Более того, данный персонаж по лору Тоха является вот этим парнем. Но только он стал вдруг девушкой, да? Сцена 3. И Юкая тоже собрались. О, отлично. Не знаю, Тора, а ты что, хотел постримить, что ли? Так. Я думаю, что тут делать? А, куклу даже, куклу, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да это жесть что-то. Под ней кукла? А, в смысле над ней? А, и стоять над ней, все. Ну, Тор, ты хоть, я не знаю, там, предупреди. Или типа того. Что-то жесть. А как мне куклу заменить, интересно? Почему стоять-то под ней? А в чем смысл? Ну. Поставил. Спасибо за совет. Классно. Или ты имеешь в виду... Это жесть какая-то.
А почему вниз сейчас не полетели? Не понял. А почему вниз они не полетели-то? Только кукла не вовремя заканчивается. Ну это какие-то баги, по-моему. Жесть. Как это без предметов проходить. Чуть не получается. Жесткое что-то оно. Ну, надеемся, хватит. Ни хрена не хватит. Зайка? Что за зайка? Я такое не знаю. Блин, потратил жизнь. Зато я по центру стою. Фью. Перерыв.
Ну, по мнению, ну ты бы хоть Пеку поставил, ну лол, ну столько мы к этому шли. Привет, Дракониус. Итак, вот то, ради чего мы все здесь собрались и ждали 4 стрима. 10-й день, сцена 4. Кошмар на 12 секунд. Я без понятия, что там будет, но столько мне говорили, что это какой-то ад, что я уже морально готов. Ну, погнали. Ты кто вообще? Что-то пока не сложно. Ого. Чё за лол? Блин, как-то не так. Ну, короче, там надо крутиться, офигеть. Изи поди, ну. Лол. Я не очень понимаю, там хитбокс, он вообще непонятный, просто непонятный хитбокс. Некоторые не крутятся. Ну, направление, но я правильно же понимаю, что с предметами это вот именно этот выбор лучший, да? Бомба тут не спасет по-любому. Я думаю. Я не понимаю хитбокс, он какой-то очень странный. Хотя вообще-то фонарик надо использовать, блин, точняк. Не, удаляй. А, не, фонарика мне не хватит, я меньше половины трачу. Даже если я без смертей до ада выживу, мне все равно не хватит. Потому что тут мне тоже еще надо... Вон сколько микрит-то. Хотя вообще-то можно попробовать. Можно попробовать. Не, фонарика может быть хватит до расслабона-то. Если хватит, то должно... Блин, ну... По-моему, рано, да, включил? Да, надо намного позже включать. Так, а мы можем фонарик усилить? Так, вот этим, да, по-моему? Только мне надо без смертей до этого, до этой штуки дотащить. Ну, я думаю, с энной попытки должно получиться.
Стоп, а это разве него мне не дает 12 секунд? Фух. Ну, по сути, по-моему, то же самое. Я с жизнями примерно так же и тратил, да? Ну, я, по-моему, с жизнями так столько и тратил примерно. Короче, я-то с жизнями буду просто стоять перед ней тупо. То есть, когда начнется ад, я просто буду стоять под ней. Но, по-моему, мне уже, да, не хватит. Я одну потратил, а уже две потратил. Во, сейчас шел, кстати, без урона. Ну, половина. За одну, за один цикл половина. Ну, лол. И потратил все жизни. Ну, это без шансов. Надо только три жизни тратить за половину. Да я просто, видишь, я там чуть-чуть выживал, чтобы время потянуть. Вот так-то. Две жизни еще есть. Блин. Но... Думаешь? Думаешь, так эффективнее будет? Где точки хитбокса не видно. А чё, Лим, ты это прошел, да, без предметов? Ну понятно, мне даже не хватит пережить. Привет, ДМС. Ну, а как? Куда мне деваться? Надо реакцию отрабатывать. Ну, мне не хватит уже. Бля, капец. Да, эта карта, эта сцена очень даже impossible. Ну хотя на самом деле нет. Но фиг знает, пройду я ее или нет, но мне пока не кажется невозможным. Да лол. Как выживать, крутясь по кругу? Я немножко не понимаю. Как выживать, когда крутится? То есть внизу понятно, а с боков там же скорости не хватает. Это надо прям shift что ли дергать постоянно?
Нет, кукла не блочит, они вообще не наводятся на меня. К тому же, ну, лол, это будет неэффективно, потому что когда крутится, там явно никакой наводки нету, а мне надо жизни. Да лол, ну дно. Ну просто понимаешь, когда я внизу стою, то я урона почти не наношу, ну очень мало, пока там пролетаю мимо нее. А когда я стою прямо под ней, то урона очень много вливаю. И в итоге еще непонятно, что эффективней. Ну давай, Тор, удачи. Тоха Фаги, я бы сказал Тоха Боги, наверное. Лол, ну дно. Трех не хватает, да? Только разве что вот по такой строке. Ну, блин, чуть меньше половины, то есть это вообще без шансов. Мне надо, чтобы осталось сколько? Где-то 25%, тогда могу добить. И это если я тут размикрю. Так инферно, потому что это другой жанр, это другая игра. Это не продолжение Тоха. И как видишь, почему-то меня затянула именно эта часть необычная. Хотя 14-я тоже немножко затянула, но так. Но это мне прям, видишь, интересно пройти почему-то. Да не знаю я как здесь, ну это нереально. Да это просто жесть какая-то. Не, Дивис, на изи, по крайней мере, ты любую тоху практически пройдешь без проблем. Ну, может, там на 10, 11, 12 это проблема будет. А все остальные на изи ты просто легко пройдешь, ну, не запариваясь. Да блин, вот я косой. Ой, все, отлично. Ну, не теряй жизни до ада. Спасибо за идею, классно. А ты когда в Порше сядешь играть, ты не задевай шипы. Ну блин, я не могу тут без урона, это офигеть. Возможно, придется дропнуть реально. А Соника как убить? А при чем тут шипы и Соник? Ой, я случайно нажал. С кем я хоть дерусь-то? Сейчас. Я ее не узнал. Это же не Сакуя. Ну, все.
До второго ада дожил. По-моему, впервые, да? А, Алла Революция? Так я уже такое было, но только... Но только, ну это... Один раз, по-моему. Я же доходил до ада без урона. Но один раз только. Ну или почти до ада, не помню. Но очень близко явно было. Они же не статично летят. Вот опять три. Да, 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 вот именно Инферно. То есть именно из-за того, что квадрат, то есть нужно как бы там траектория не так очевидна. Нельзя просто по углам идти. Плюс расстояние меняется к боссу. То есть, а от этого зависит там, ну ты понимаешь, все зависит. То есть. Это капец, там крутится, это жесть. Это для импосибру человека. Ну, лимде там и прочее. Не, не получается, две жизни. Ну, лол. Ну нет. Три это самое большое. А как я вроде же доживал один раз? Блин, я все-таки хочу попробовать с фонарем. Да, 12 секунд он дает. Почти, я уже нажал кнопку и, блин. Так я и сейчас, если я сейчас включу, я тоже спущусь рано, чтобы именно, чтобы покрутиться внизу, ну, чтобы точно времени хватило. Попробовать хочешь? Ну, могу сейвы скинуть, если хочешь. Ну, я практически дожил. Вот о чем я говорил, но, блин, мне не хватит. То есть, если бы я стоял под ней, то я фонарь бы закончился раньше времени. Нафига она переместилась? Как я там должен отмикрить вообще слева от нее? Она прикалывается, что ли? А, с фонарем, ну вот я и говорю. Сейчас. Так, а где сейвы у меня хранятся? Дат, TF-C43 дат, наверное, да, файл? Походу. Или это не он? Фиг его знает. Наверное, он. Странно, он изменен 11 мая. Нет, это не он. Блин, а где сейв? Score that?
А такого нет файла. Такого нет файла. Или он скрытый, или чего? А где? Тоху не папки с игрой сейвы хранит? В апдату, что ли? Нифига себе, я не ожидал такого от Тоху. Ну, нормально. А где? Тут что-то я не вижу. Папки Zoom или Тоху нету. Не вижу что-то. Team Shanghalians. Нет такой папки. А, точно есть. Shanghai Alice. Save data. О, так. Походу вот это 03, да? Так. Да не удалю. Вот такой файл на FTP. Вот на таком FTP. Да как не тот файл, ну лол. А какой файл? А, все-таки score, что ли? Ну там же, короче, этот файл будет лежать. Он не так называется. Он называется score 14.3. Score 14.3. Не, видишь, я много секунд потратил, я слишком рано включил. Слишком рано включил. Надо, я не могу посчитать, сколько, когда включать, но у меня слишком долгий тайминг, он не срабатывает. А по ощущению, как ты видишь, не получается. Просто прям до ада я не могу дожить, я хочу просто как можно ближе. Вот надо было включать! Ну, в смысле, так естественно, у меня же пиратка. Откуда я лицуху возьму, я еще раз говорю. Zoom не предоставил мне возможности купить лицензионную версию, потому что она в России не продается. Как минимум. Только там версия должна быть 1.0.0.A.
Блин. Не, ну блин, пипец, такую атаку сделать жестокую, это жесть. Офигел совсем. Нормально, 2 секунды надо будет прожить. Блин, ну я не попал. Ну хотя не факт, что потом выжил бы, конечно. Почти, надо было нажать только. Да я вижу, он лентяй, просто пипец. Хотя, с одной стороны, он все эти игры сделал, но с другой стороны, блин, ну такие элементарные баги не исправляют. Типа, когда там Мариса слишком МБА или что-то еще. Ну, о, как-то это стрёмно. Но такие, то есть критические, или здесь не работает уменьшение хитбокса для большинства атак, да? Ну это как-то очень, очень странно. Ну что, блин, такое простое не исправить. Рано, да? Рано включил. Блин. Нормально. Мне кажется, все-таки лучше жизнь одну взять. Но это рекордный сейчас урон был, рекордный. Хотя что мне эта жизнь даст? Не, ну да, лучше жизнь. Потому что, по-моему, мне эта секунда вообще ничего сейчас не дает. Так я думал, у ЛМД есть эти реплеи-то. Да, или я подумал, знаете как? Буду микрить до первой потери и потом сразу же включить фонарик. Потом включается, конечно, через одно место, но если я успею, то по идее мне хватит выстоять перед ней прям до конца. То есть не надо будет вниз вообще отходить. Нет, это мало. Это мало, может даже рестартить сразу. Блин, ну я просто не успеваю. У меня просто дурацкая, это появляется сразу, ну как хочется помикрить после смерти, хоть секундочку, а этого не нужно делать. Нужно как только увидел смерть, сразу прожимать. Тут я жал просто 10 раз эту кнопку. Ну это понятно.
Блин, не выдержал нафиг. Но мне не хватит, да? Ладно. В принципе, тактика абсолютно такая же, да, только вместо фонарика я иду и стою, ну, с потерями жизни. Но вот это уже хрень. Но мне уже не хватит опять. Ну, половина. Что-то у меня такое ощущение, что мне не хватит, даже если я буду под ней стоять до конца и в итоге, ну успею, да? Что-то мне кажется, что вообще все равно не хватит. Все равно три, я все равно с тремя прихожу. Надо с четырьмя хотя бы прийти. Да лол. Да я думал, но в принципе это так мало, конечно, помогает. Ты жесть, ну я хз. Ну, тут тупо я даже если выживу до ада, то там бесперспективняк. Не успел прочитать сообщение. О, 4. Тут еще должно с полетом ножей перед адом повезти, ну. Ну, что-то многовато у нее осталось, многовато. Многовато, ну лол. Да ну, не, много. Ну типа, если бы у меня сейчас одна жизнь была, то возможно я дотащил бы, да? Ну опять 4 дотащил. Правда, чуть-чуть с запозданием. Ну, по-моему, у нее меньше в этот раз. Даже слышу. Во! Прошел! Что-то я даже не поверил до сих пор в это. жесть. Нормас.
Фух, вот вам и 10-4. Никаких вам дропчиков. Так. Сцена 5. Ответное жульничество. А у Гебастия ты дропнул, что ли? Да, я так и думал, что все это в меня сейчас полетит. Оу, ты что, офигела, что ли? Отлично. Не хватит, да? Не хватит. Ничья, ничья. Да, ДМС есть. Блин, ну вот она упоротая. Ну, не, короче, в первый раз, по-моему, лучше было. Я там хоть стоял под боссом все время. Самым могущественным? Юкари-сама? Че не вижу, что-то в ней... Вот предыдущая была намного могущественнее. А это так. Нечестно присвоенный титул просто. Опа, поняли, да? Я думаю, это победа. Победа должна быть, по идее. Блин, вот это не победа ни хрена. О, ну ладно, тогда... Ну, короче, залажал. Ну, залажал. Ну блин, все сделал для победы, но лажа она такая. Что значит единственный босс Тоху? Не понял. А остальные не боссы? Фантазм. Я ни такого слова не знаю. Ладно, короче, буду действовать как в первый раз. Просто мне, может, больше повезет и все. Ну блин. Что-то не круто. Что такое уровня фантазм? Я такого вообще не знаю. Ну, короче, твоя терминология, она слишком специфична. Да лол, ну что такое?
Надо тут, короче, жить. В смысле, то есть типа экстра это изич, а потом идет еще один уровень? Нет, надо, короче, на первой атаке выживать. Да, я тут этот индивиз, я тут соглашусь. Но все-таки ладно, это же так, это ж тоха, ну как бы тут типа свои причуды. Будем считать, что они типа просто и не пытаются как бы это сделать особо. Что-то как-то не очень. А, у меня еще жизнь есть, а чё я туплю? У меня еще жизнь была. Ну ладно, вроде хватит. Я затупил, у меня еще жизнь была. Не знаю, как тут без предметов, это ну просто страшно микрёшь, вот и все. Ну тут нормально вношу. Ну все, это пройдено. Две жизни. Не, не надо. Не, спасибо. Итак, сцена 6. Кручу-верчу. Ну, сейчас я уже представил. Ой, нет, я не это представил. Все оказалось куда интереснее. Ну лол. Нет, так не порядок, что-то слишком много оставляю. Ну, я вроде понял, что они статичные, но... Ну лол. Нет, нифига не статичные они. И это не лазеры, кстати. Ты с чего взял, что это лазеры? Они же круглые. Лазер не может загибаться. Максимум от зеркала там отражаться. Ну или рассеиваться. Да ну блин, ну я не знаю. Ну у нее очень много еще.
Топофагия это лазером, это пьяный лазером. Ну, бывает. Нет, не вариант. Так, а так не проканываем, да? Не. Слишком постоянный урон. Бомба тоже, что-то кажется, не вариант. Можешь ей по башке давать. Ну, по крайней мере, половину я снес. Не знаю, может это плохая идея, но мне кажется, он в принципе может сработать. Ну блин. Да лол. Так, надо найти где-то сейф-спот от лазеров внизу. Допустим, в самом низу, как они достают. Достают. А где-нибудь вот тут. Ну, мне не хватит, да, фоток? Ну, блин, я не хочу запоминать лазеры. Потому что я не понимал, как запоминать пока. Это что-то вообще не миклится это. Мне кажется, после этого можно идти смело на лунатике проходить какую-нибудь часть пека. Ну, 2/3 это мало.
Стоп, а как насчет? Блин, ну встал прям на лазер, ну что же это? Действительно. Но мне нет возможности ее ставить. То есть, например, то же самое, что фонарик, по сути, для меня будет. Ну лол, ну лол, ну почему они задевают все равно? Почему я направо ушел, а не налево? Надо куклу налево ставить, а то я... Блин, рано, да, поставил опять? Да не нашли, ну что ты начинаешь? Ну, ща будет все размиктано. Ну, я не знаю, может быть на этот стрим мы и закончим на ней, но я не думаю, что игру... Я вообще думаю, что я, скорее всего, игру уже пройду. Ну, если вы уже сказали, что 10-4 была самая сложная, то... Как бы я это вижу, что да. Ну, явно вот это не самая сложная карта. Блин, да меня кукла на таком расстоянии не спасает. Все-таки вначале я правильно делал. Да блин, ну... Ну запомнить надо, но пока не запоминается. В смысле первая полностью пройденная? Ты о чем? Ты о чем-то не о том. Один ТЦ это же не обязательно, что полностью пройдено, то есть в смысле не обязательно один ТЦ же делать. К тому же я файтинги проходил. Даже на один ТЦ. Один файтинг. На изи, правда, но и что? Центр какого цветка? Блин, я почему-то думал, что она на меня летит. Ну, пожалуйста. Ну, вообще, в общем, вы знаете, что делать.
граждане, гражданские модераторы. Не буду ни к чему призывать, но это спам. Ну именно из таких, типа вот фотошутер, еще что-то там было, из таких, да, первое пройденное. Да я знаю, у меня на утреннем стриме было человек 5. Ну, это не значит, что их не надо банить, да? Блин. Ну, что-то у нее очень много. А, да? Значит, сюда можно куклу поставить, да? Куда-то вот сюда, походу, чтобы лазер убился. Так все равно с другой стороны-то лазер тоже полетит. Какая разница? Надо 3 куклы, короче. Блин, ну зачем я поднялся? Да при чем тут это? У меня еще была кукла в запасе.
Блин, вот я перепутал, там следующая потом будет выше. Запоминаю потихоньку. Блин. Блин, опять еще, значит, третья, что ли, выше. А сколько я и сношу, я даже не смотрю на это. На месте стоять. Ну смотрите, прогресс-то идет. Короче, цикл поймал. Ну и все. Фух, говоришь, застряну, да? Но не застрял. Ну как, нет, ну... Постоял, да, здесь, но... Ну что, надо 4 карты осилить. 4 осилить, и все. И все, 4. Не хочу на следующий стрим переносить. И уж тем более дропать. Стеда 7. Сенсей, я больше не хочу учить историю. Ой-ой-ой, это что-то даже смешно. А как рассчитать траекторию? По-моему, можно ступо под ней стоять, я прав? Ну давай, исчезай, лол. Ну, облегчили нам задачу. Разработчик. Хотел сказать разработчики. Сцена 8. Это же гнёты в виде дрели.
Это кто вообще? Это кто летит? Эти предметы мне не знакомы. Да это лол. А, и здесь 5 финал, значит, я с ней дрался. Даже не знаю. Фонарик? Да не, мне кажется, чушь. Стой в самом низу, думаешь? А в активную что, жизнь? Ну лол, что за читы? Ну, хотя не особо читы. В итоге не хватает. Ну, нифига. Фаерболы, ты так это называешь? Это похоже на все что угодно, только не на фаерболы. Не, ну красненький еще как-то там. Но... Я бы это просто назвал тоха шариками. Да, лазеры, фаерболы, ну. У них свои терминология, видимо. Ну чё-то нифига. Тоха шарики и тоха линии, вот именно. Да это что-то сложное, потому что там еще у нее много остается. А пространства для маневров-то нету. То есть я и так микрил как мог практически. Ну ладно, это был глупый сейчас риф. Но это был, ну так, нормальный. Да я, ну лол, это жесть. А, ну надо все-таки убивать эти штуки, да?
А смысл? Мне кажется, сбоку стоять идеально. Сбоку идеально стоять. Половина в нее влетает, половина убивает эти летящие камни. По-моему, нормас страта, не? Блин, у меня глаза устали, очень глаза устали. Я вообще не могу уже смотреть, лол. Прям вообще устали. Моргать хочется сильно. Да лол. Ну убейся. Фух. Все, мои глаза. Это боль. Сцена 9. Попалась. Я пока вообще не понял. Сначала я ничего не понял, потом тоже ничего не понял. Ну давай сразу хитрую страту. Что-то она брыкается. Ни хрена себе. Но это сложно. Не понял немножко. Так у меня закончились.
Я не понимаю остроту твоего. Кстати, это босс из самой первой части. Вроде. Ударил телепорт, быстро вниз телепорт. В смысле, телепорт куда? Я и так делаю, ударил телепорт вниз, потом телепорт вверх. Он просто в первой части тоже превращается в летучую мышь. А в шестой я не помню, что кто-то превращался. Нет, не против. Ну, это во второй части, да. Ну и что дальше делать? Я тебя не понимаю, что дальше ты делать? Ну, в смысле, удар не прошел, удар прошел. Не понимаю. Ну а как тогда в нее стрелять? Она шарики оставляет после себя, прикинь. Я не знаю, как сделать, чтобы она не оставляла. Ну лол. Ну, короче, вообще непонятно. Я бы дропнул на это. Сейчас надеюсь только на то, что ты подскажешь. Хз. Блин. Не, ну вряд ли уже ударишь, да, второй раз молотком. Или МД это проходил без предметов, да? Окей.
Не знаю. Блин, что ты? Там слишком много надо урона еще влить. Я хз, как это сделать. Мне кажется, почему вообще не взять, скажем, вот это? Да лол. Почему вообще не взять, например, вот это? Блин, что-то я засмотрелся. Чё-то хэза. Мне кажется, все-таки лучше 100 жизней взять. Потому что фонарик тут вообще бесполезен, по сути. Вот как ни странно, это, по-моему, первая атака, в которой фонарик вообще практически бесполезен. Так как она постоянно за экран улетает. Ну какое видео? Ну нет. Не давай без видео. Блин, у нее уже мало осталось. Блин. Есть, есть. Фух. Все, спасибо, мистер, напомнение, видео не понадобилось. А, ну, пофигу. Все, последняя сцена, последняя сцена. Покажем им всем сейчас. Практически как последний босс, но только тут боссов нет. Привет, Тераон. Ой, или ты был тут? Ну я хз. Сцена 10. Остается только набраться терпения и упорства. Ты кто? А, зонтик дурацкий. Это, я забыл, какая часть. По-моему, 7-я, что ли? Что-то слишком иди, сейчас что-то начнется стрёмное по-любому. Ой. Ну пока что как обычный тохла атака. Вот 14-й и похуже было на последнем боссе. Ну, да, вот с этими уже перебор, конечно. Да, что-то сложненько.
Давайте я оставлю вкладку с этим видео, потом гляну, как обо мне не убивает его. А, или это не ты, ну, неважно. А, 16 секунд? Ну, давайте посмотрю сейчас. Без звука. А почему она не убивает его этим своим взрывом, я чуть не понял. Так, а тут, мне кажется, надо фонарик врубать. Ой-ой-ой, фонарик и жизнь, конечно. И, по-моему, это что-то изичное, в принципе, ну не знаю. Мне показалось, что терпимо. Блин, вот самую первую надо не потерять. Как только теряю первую жизнь, врубаю фонарь. Ну первую, ну единственную, но вы поняли. Ну блин, по-моему, успех, нет? Не знаю, вроде я потратил уже там прилично. Столько срани на экране, столько жесть. Нет, не хватает? Да лол, смеешься? Что-то она крепкая, пипец. Да ладно, я же столько слил, я же больше половины слил без фонаря. Какие будут предложения? Или я, в принципе, норм делаю? Да, остается только набраться терпения, действительно, тут описание в точку. Да не знаю, вот с жизнями у меня, по-моему, все-таки хуже получилось. Хотя я вот на первой умер просто. Но сейчас попробую, если сейчас не получится, попробую с жизнями. Даже звук не поменялся еще. Офигеть, неужели так много там остается? Ну, название. О, жесть, ты придираешься. Придирательство просто over 9000. Восемьдесятого уровня придирка. Ну вот это лол был. Эй, а чё такой плотный поток пошел, я не понял. Она чё, гонит что ли?
И еще желтые. Офигеть. А, про другой текст? Я, короче, вообще ничего не понял. А ведь действительно вот так можно сделать. Ага. Как будто я могу молоток врубить. Это мне дает только дополнительную жизнь. Я не могу молотком воспользоваться. Потому что он в дохлой руке лежит. Блин, ну... Заложал. Ну, что-то мне кажется, слишком я много ей оставляю. Так что тут реально придется терпение. Долго, много-много, походу, попыток. Блин, а неужели я сегодня не пройду? Не знаю, надо пройти. Ну, лол. Давай, не тормози, ну что за... Не, ну вот это сильнее, чем я. Вот это вот, как я? Даже не скажу, как зовут. Не, по-моему, она победила. Все-таки, и наша героиня не дошла до конца. Юкари Якума. Ну блин, я не стреляю по боссу, но... Ого! Да лол. Не, ну это, ну блин, это шняга какая-то. У меня уже сосредоточенность не это. Блин, вот вы представляете, из-за одной сцены стрим начинать? Ну это несерьезно. Потому что, мне кажется, у меня концентрации уже не хватит. Да, ну, когда желтый начинается, это ад просто. Да я у нее, я только 75% сношу. Ну, видишь, не получается совсем что-то. Говорю, просто, скорее всего, уже усталость, не знаю, может, просто тут слишком жопошная микро. Ну, лол, ну вот, ну как? Ну, как? Я хэзэ, ну, блин, это просто жесть.
Может, вариант с фонариком был лучше? Я хотя бы желтых не дожидался. Надо где-то 70% снести без смертей, или 6, нет, 60, по-моему, мало. Это пипец. Это очень сложно. Да я сразу нажал несколько раз. Ну блин, более агрессивно после столько времени стримов. Это как-то вообще не очень. Не знаю, что-то нет ощущения, что смогу, если честно. Просто честно. Как-то вот. Как-то оно не прет. Ну понятно, что мне не хватит фонаря, но. Чего ж, будем микрить хоть как-то. Да, попробуем. Типа я слишком часто не попадаю, да? Да ну, вот это вообще бред. Одна пулька на весь экран, я ее взял. Да ну нафиг. Ты серьезно считаешь, напомнение, что это легкая карта? Блин, ты упорот. Это сложная. Ну, я не знаю насчет 10-4, как, ну, в сравнении, но, блин, это сложно. Очень. Я впервые дошел до звука, так что DMC, походу, прав. Я впервые дошел до звука, что она, типа, там уже коцается. По-моему, рестартить можно. Надо, короче, как минимум до сердечек без смертей идти. Ну, и как минимум, и как максимум. Потому что до желтых без смертей это совсем уже нереально. А, тут еще перед желтыми вот эти. Нет, явно не самая простая, по моему мнению. Да ты чё? Там были атаки, где я просто стоял под боссом с жизнями и все, и ничего не делал. Это, по-твоему, сложнее, чем это?
Да ты чё? Они неадекваты, значит, кто так говорил. Ну серьезно, это бред. Либо они, может быть, там без прокачки или без предметов. Я имею в виду с предметами и с прокачкой. Ну блин, ну вот это можно было избежать, честно говоря. Ну что-то не прят. Много остается у нее очень. Да, да при чем тут это? Мне-то какая разница, как там без предметов? Ты так говоришь, как будто я сейчас пойду без предметов проходить. Ты же мне сказал, что она самая простая. А я что, без предметов прохожу? Ну, ты как бы логику-то используй. Я-то с предметами, и мне с предметами это сложно. А другие были простые. Не, ну, не все там, некоторые проще явно были. По-моему, это на втором месте по сложности среди... Нет, или вот... На какой там я долго сидел? 10-6, по-моему. Вот она тоже, наверное, на втором месте. Вот это на третьем. А может быть, это даже на втором. А может, я просто устал. Тоже не исключено такое. Да как здесь вообще можно микрить? Вы видите вообще, что происходит на экране? Да ладно! Офигеть! Вы прошли все сцены в игре, поздравляем! Таким достижением можно гордиться! Из-за этого у Сейдзи больше нет друзей. Но грустить нечем, у Аманадзяку всегда плохо получалось заводить товарищей. Спасибо за игру, 2014 год. Видимо, там написано Зун или что-то типа того. А, жесть. Таки прошел за стрим. Ну, в смысле, ну вы поняли, добил. Ну все. Тоху 14.3 пройдено, полностью пройдено. Да. Вот это да. Прям такое напряжение было. А я буду дальше солнышко по кругу проходить. Давай. Убил всех друзей, да. Ну, в общем, все. Как бы, как я и сказал, что... Да, но ты говорил, что я за 2-3 стрима пройду. Я прошел ее за 4 стрима. Ну, в принципе, недалеко от истины. Да, как я и сказал, что игра мне понравилась, и поэтому я ее до конца прошел. Действительно интересно и как бы нормально. То есть можно посидеть, чуть поиграть, потом продолжить. Именно фишка в том, что ты не начинаешь каждый раз сначала. Вот это, конечно, привлекает, ну и вообще приятно. То есть предметы довольно интересные, с интересными возможностями. И, ну, в общем, да, хорошо, игра получилась хорошо. Вот, ну что ж, 14.5, я не знаю, может быть на изике будет, если будет. А если выйдет 15 быстрее, то, наверное, будет сразу 15. Ну, и посмотрим уже, что там нам 15 готовит. Ну, на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что сидели, спасибо, что подсказывали тактики. Всем пока, увидимся.